куча девчонок. Они все очень крутые, а вот одни из них в голубом платье. Джессика, супермодель, ее все обожают. Рядом с ней фитнес-звезда Абли. Она самая крутая. Ну, конечно, после Джессики. И потом Саманта, она тоже супер телочка. И вообще все прикольно здесь, чиксы. В нашей школе есть место, доступ к которому имеет только несколько человек. К их числу относятся Алекс и Нина. No shirt, burgundy drop. Chains bigger than Chuck D and flavors clock. Yeah, boy, she kinda hot these days. Overheat when I spit, need 10 ice trays. D-Block, what up? What's fucking with that? Got the can spitting heavy on this jerking strap. Clock jerking back, either that or the Mac. I prefer chrome, but take it if you got it. Она, как обычно, учит уроки в туалете, чтобы ответить на очередную пятерку. Ну что, Джессика, сегодня наши планы в силе? Хорошо, вы звоните всех и идите ко мне. We just keep going, the shit don't stop. Thank you.
Джессики снималась конфета Паркер. В роли... Тихо! В роли Алекс снималась пельмешка Паркер. В роли Нины снималась Юля Паркер. Блин! В роли Облиджи с открытым здоровым ртом снималась Дикси Паркер. Да. В роли Саманты снималась Каринка Паркер. Вот вам всего, да. В роли заучки по имени Кристи снималась Вильда Паркер. В роли Фериного Офиса снималась я, Надюс Паркер. Детки и Золики всех любят. В роли Кисы снимался Лорд Кот, который повесился. Давай. Давай. Давай, давай. Конец, другую сторону, пошла. Пошла. Я не знаю, что делать. Что происходит? Что происходит в этом доме? Джессика, это хрень, Джессика. Бегите. У нее нет пульса. Она не бывает. Бегите, ну! Джессика! Она мертва. У нее не пульса. Давай. Что такое? Сама!
лучшего фильма.